Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 1228. Апостол Павел говорит, Колоссянам 1:24: «Восполняя недостаток плоти моей скорбей Христовых». Что это за недостаток скорбей у Христа? О чем это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, Колоссянам 1:24: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Апостол Павел говорит о недостатке скорбей, какие он переносит за Церковь. Не просто страдания, болезни, но гонения за Христа. Проповедь апостола Павла рождала новых чад в Церкви. Евангелие от Иоанна 16:21. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Бытие 3:16. Жене сказал: «Умножаю множу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Откровение 12:2. «Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Исайя 21:3. «От этого чресла мои трясутся, муки схватили меня, как муки рождающие. Я взволнован от того, что слышу, я смущен от того, что вижу». Осия 13:13. «Муки родительницы постигнут его. Он, сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей». Тысячелетия человечество пытается сделать роды безболезненными. Но, увы, ни жена царя, президента, ни спортсменка, никто и никогда не рождал безболезненно. За исключением Божьей Матери, как говорит предание. Во сне никто не рождает. Попытки через медицину повлиять на боль приводят к затуханию схваток, или рождается мертворожденный, или требуется хирургическое вмешательство, кесарево сечение, которое также не безболезненно. У вселенского учителя и старца не было другой цели, кроме высшей, прославить Христа через обращение ко Христу новых душ. А это означало новые проповеди, новые гонения, новый высев семени Божьего Слова, новое оплодотворение. Масштабность благовестия Савла Павла, его всеохватность показывала ему, что его родительные муки ослабевают, родильные, и даже его скорбей недостаточно для нового членоношения и рождения. Новые души – это новые члены единого вселенского организма Церкви, тела Христова. И он ощущал, что новые обращенные души могут родиться только при достатке скорбей в его плоти. Сразу же встает вопрос, как могут рождать новые души, приобретать их для Христа сегодняшние православные пастыри? Они изнашивают не башмаки, сапоги, сандалии в длительных путешествиях от дому к дому, по площадям и просторам России, а напротив того, подкладывают под себя специальные орлицы, мертвые для удобства стояния, и протирает их, стоя на одном месте. Они как бы криком кричат: «Никого я рождать не хочу, ноги мои больные, и от многочасового стояния на службах лопаются вены». Ноги пастырей сегодня неблагословенны за благовестие. Их не коснулась благодать призывающая и благодать обращающая. Исайя 52:7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой». Римлянам 10:15. «И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Ефесянам 4:12. «К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова». Чтобы готовить, совершать святых, нужно благовествовать, идти.
Новые дороги, новые встречи. Это и есть повышенная опасность. Новые скорби, гонения. Кровь христиан всегда была семенем христианства. Деяния 21 глава 13 стих. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Эти страдания за благовестие ради Христа и называются христовыми страданиями за тело его, за невесту его для превращения к ней новых душ. Ефесянам 4:16, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом, о чести узнав, мы к нему идем без сожаления. Ты, земля, обиды не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители твои, завтра, может быть, увидим Бога. А пока, что в хрупкости цветка и в тревожном ожидании почек, знаешь, как приятно отыскать Божьей любви знакомый почерк. Но растут грехи, как сорняки, и порою даже птичек песня. Слышно столько горестной тоски о нетленной чистоте небесной. Скоро скажем мы тебе «прощай», и свершится вмиг переселения. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной.